Доброго здоровья вам, друзья. Доброго здоровья вашим родным, близким, детям, внукам. Всем, кому вы желаете добра. А вам добра желает лохматая душа. От всего сердца, от всей лохматой души. Друзья, мы берегем тех, кого находим, но иногда случается беда. Дети, они всегда дети, могут неудачно прыгнуть, подвернуть лапку, а потом оказывается, что у ребенка перелом. К сожалению, такое редко, но бывает. Главное то, что захромавшего ребенка мы сразу обследуем, отправляем на снимки, смотрим, что с ним случилось, ушиб, растяжение, или вот как с малышечкой Синди, ребята, у нее перелом. Кальция не хватает в косточках, и поэтому лапка надломилась в таком неудобном месте. Сейчас ребенок проходит лечение, мы его прооперировали. Но операцию, друзья, сделали в долг. Ребенок скоро поедет на повторное обследование, на дополнительные снимки. Ребята, нам необходима ваша помощь для Синди, чтобы ребенка могли осмотреть. И когда понадобится, повторную операцию сделать по снятию аппарата Елизарова. Есть смещение отломков по длине. Для того, чтобы выставить, сделать репозицию, нужно некоторое время давать дистракцию. То есть медленно устранять смещение по длине в течение 2-3 дней. В понедельник аппарат закрепится окончательно, и пациента можно будет вам тогда отдать. Мои хорошие, жизнь Синди, как и жизнь всех, кто живет в лохматой душе, она в ваших руках. Ваша забота, ваша доброта, вы наше спасение, вы наша жизнь. Мои дорогие, я всем сердцем желаю вам никогда не испытывать боли. И пусть все проблемы проходят мимо вас. Только помните о нас, пожалуйста, о бездомных. И неважно, в нашем приюте эти бездомные находятся или в тех, что по соседству рядом с вами. Приюты переживают очень тяжелое время. Ваша поддержка, друзья, как никогда нам жизненно необходима. Со всей благодарностью к вам и с любовью, наша лохматая душа.